Kim sevib, kim sevilmay, armonlar ichra ketar. Kim quvonch, kimlar alamda, manzili sari yetar. Bu hayot ummonida, kimlar juftin izlaydi. Vatan gado bo'lib kim, arosatda bozlaydi. Kimdir mehr ulashib, oromidan kechadi. Bozganing baxti uchun, biz sotdani sojradi. Hayot davom etar. Здравствуй, Интезор. Откуда идешь? Здравствуйте. С магазина. Садись в машину, а я отвезу. Нет, спасибо. Я сама дойду. Да что ты ломаешься, когда есть готовая машина? Садись. Отойдите подальше. Все равно не сяду в вашу машину. Уйдите с дороги. Если бы я предложил другой девушке сесть, она с удовольствием села бы. Тогда скажите им и езжайте. Вот посмотришь, ты все равно будешь моей. Уф, Шахбосаки, а где вас носит? Фарзона, не заждалась? Я уже целый час сижу здесь. Вы опять опаздываете? По традиции, парни должны ждать девушек, а сейчас получилось наоборот. Фарзона, на фирме много работы. Ты же знаешь, я стал заместителем директора. Много поручений. А у кого мало работы? Каждый раз вы находите причину, Шахбосаки. Это не причина, это правда. Давай, не капризничай уже. Скажи, куда пойдем? Это я капризничаю? Я жду вас часами. Сказала, что в душе, и это каприз, да? И вообще, в последнее время вы много работаете. Стали равнодушным ко мне. Вы это знаете? Послушай, ты опять начинаешь, Фарзона? Я работаю, не покладая рук. Мои родители в области. Я хочу их привезти сюда. Должен построить участок. Мы же должны сыграть свадьбу. У меня большие мечты. Хорошо. А как же мои мечты? Я так и буду вас ждать всегда. И вообще, вы задумываетесь, куда нам ходить, где отдыхать? Фарзона, мы же ходили. Шахбосаки, вы все равно, кажется, меня не понимаете. Это с работы сейчас. Алло. С работы. Да, сейчас подъеду. Я вышел на обед. Здравствуйте, невестка. Интезор, ты с кем-то встречаешься на улице? С кем же я встречалась, невестка? Почему ты так делаешь, вид будто не знаешь?
Ты тайно встречаешься с незнакомыми мужчинами. Нет, невестка, я ни с кем не встречалась. Зачем ты смотришь мне в глаза и обманываешь нагло? Соседи видели тебя. Ты гуляла посреди города. Говори, кто это? Что тебя связывает с ним? Почему ты хочешь нас опозорить? Невестка, вы неправильно меня поняли. Меня ничто не связывает с этим парнем. Поверьте мне, пожалуйста. Слушай меня. Думай, что ты делаешь. Вот этими мозгами немного подумай. Еще раз я услышу про тебя такие грязные слова, я тебя выгоню из этого дома, поняла? Ты сиротка, не позорь нашу семейку. Не говорите так, невестка. Убери руки. Пожалуйста, я никогда так не делала. Я никогда не сделаю так, чтобы запятнать ваше имя. Пусть будет так. Быстро готовь ужин. Фарзона, дочка, как поживает Шахбоз? Его родители приедут в Ташкент? Не знаю, мама. Ой, ты не спрашивала, разве? Вообще, вы общаетесь? Дочка, и отец спрашивает. Мама, вы такая интересная, как я спрошу? Дочка, скоро вы поженитесь, у вас будет одно ложе. Родители Шахбоза... будут тебе свекром и свекровью. Конечно же, сейчас тебе трудно спрашивать об этом, но ты должна передавать им привет. Кстати, нужно поспешить с нашей помолвкой. Мама, почему вы торопитесь? Дочка, дело не в спешке. Молодые не могут встречаться до помолвки. Что скажут люди, если увидят? Мама. Я еще не хочу выходить замуж. Ой, Фарзона, куда ты? Я еще не закончила разговор. Что с ней случилось вообще? Это невестка. Сегодня она с Шахбозом немного поссорилась, поэтому она злится. Эта девчонка сама выросла очень избалованной. Ой, если ее отец услышит, он разозлится. Ладно. Я сама с ней поговорю потом по душам. Нужно ставить пиалу подальше. Я же могу обжечься. Простите. Фарзона, ты закажешь такси? Нет, сейчас приедет Шахбоз. Ой, вы же обижены были. Поэтому он и едет, чтобы просить прощения. Твой любимый и неповторимый. Да. Вон он едет. Здравствуйте, Шахбоз. Как вы? Здравствуй. Как ты? Все хорошо? Как поживаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Шахбоз, больше меня не обижайте, хорошо? Хорошо. Поехали. Идемте вы тоже, я отвезу. Нет, спасибо, я сама дойду. Ладно. Ладно, Интезор, пока. До встречи. Ой, дорогой, вы торопитесь? Не совсем, но должен пойти на работу, дорогая. Все в порядке? Что-то произошло? Это самое. Насчет Интезор. Разносятся нехорошие слухи вокруг. О, какие слухи? Соседи видели. Она, оказывается, общается с незнакомыми парнями. Я не верю. Интезор не такая девушка, которая может опозорить нас. С головой и с воспитанием у нее все на месте. Я знаю, но это
Нехорошо для взрослой девушки, когда про нее такие разговоры. Если завтра что-то будет, это будет нехорошему. Послушай меня, мне сейчас надо идти на работу, меня ждут. Об этом мы поговорим, когда вернусь с работы, хорошо? Легкой работы вам, до свидания. Все, счастливо тебе оставаться. Фарзона, а кто эта девушка? Интезор, что ли? Она дочь моего дяди. Живет у нас. А, у нее есть родители? Нет, они умерли. Папа привел ее к нам, когда она была маленькой. С тех пор она у нас живет. Нужна же в дом прислуга одна. Что ты говоришь? Ну, это правда. Интезор в доме, помощница, всю работу сама выполняет. И мама, и я живем спокойно. Она где-нибудь работает? Да, работает в ателье. На Юнусабаде. А что это ты так расспрашиваешь? Да, так, просто. Ты же раньше не говорила про нее. Я же теперь должен знать, кто живет в доме моей будущей супруги. Или это плохо? Да, так. Ладно тогда, я опаздываю на урок. Ладно, хорошего дня. Созвонимся. Хорошо, спасибо. Ладно, береги себя. Хорошо добраться. Пока. Ладно. Интезар, ты автобус ждешь? Поехали, я отвезу. Почему вы каждый раз появляетесь на моей дороге и предлагаете отвезти? Вы что, следите за мной, что ли? Прошу вас, уезжайте. Я никогда не сяду в вашу машину. Больше не появляйтесь на моей дороге. Интезар, я люблю тебя. Я сказал домашним, они пойдут свататься. Что? Вы с ума сошли, что ли? Пусть не утруждаются, пусть не приходят. Мы с вами не знакомы, я вас вообще не знаю. Я столько времени наблюдаю за тобой. Ты мне нравишься, я хочу жениться на тебе. Короче, я не знаю вас. Идите своей дорогой. Садись в машину. Ой, отпустите, отпустите, послушай, что меня, вы делаете? Послушай меня, Интезор, я тебе говорю, я садись не сяду в машину. Вашу машину. Не упрямься, садись. Ты что творишь, а? Что такое? Ты кто такой? У тебя хватило сил на девушек? Какой из тебя мужчина? Сейчас я покажу тебе, какой я мужчина. Идемте со мной. Интезар, все в порядке? Хорошо. Только давайте никто не будет знать о случившемся. Поверьте мне, никто не узнает. С вами все в порядке? Таджибар, ты слушаешь разговоры соседей с улицы. Может, они неправильно говорят. Почему они должны говорить неправильно? Сначала увидели, потом сказали мне. Как сказать? Мы воспитывали столько лет, Интезор. Она повзрослела.
Я хочу, чтобы она сама тянула свою лямку. Эй, что ты говоришь? Все. Вы выполнили свои обязанности. Хочу сказать, что Инцизор уже стала взрослой. Хватит нянчиться. Отправьте ее к дяде в Кишлак. Ой, ты думаешь, братья и братишки покойной невестки, которые не делали добра ей самой, будут делать племянницы? Интересные вещи говоришь. Что, Инцизор для тебя обуза, что ли? Я не верю вот этим уличным разговорам. Нет. Интезор стала нам как дочь. Если мы будем ее выдавать замуж, то будем выдавать с этого дома. Конец. Ой, дорогой, как это мы будем выдавать с этого дома? Вы знаете, во сколько обходится выдание замуж одной дочки с приданным? Итак, даст Бог, мы скоро станем сватами. А теперь? И проблема Интезор тоже на нашей голове, да? Вы когда-то, когда привели ее в дом, сказали... Мол, пусть повзрослеет. Вот время и пришло. Да, говорил. А теперь я подумал, что кроме нас у Интизор никого нет. Конец. Это память, которая осталась от брата. Ты меня поняла? Теперь, когда она повзрослела, я ее должен вручить ее дядям? У Интизор тоже есть право быть счастливой. Придет время, мы ее тоже выдадим замуж, не хуже своей дочери. Кто же придет ее сватать, а? Никто не придет и не постучит в нашу дверь, узнав, что она росла без отца. Еще и на улице. Да все, хватит! Все, прекрати эти разговоры. Больше не говори мне об этом. Интезор и моя дочь. Знай, что и дядя может быть в качестве отца. Вот это не забывай. Мне нужно избавиться от этой девчонки. Почему я об этом раньше не подумала? Я сама во всем виновата. Ты погоди еще. Откуда появился Шахбоз? Почему он мне помог? Главное, чтобы никто не видел. Как бы ни дошло это до дома. Интезор, у тебя есть деньги? Есть. Сколько нужно? Что ж ты так торопишься? Шахбоз попал в больницу. Я отвезла ему лекарства. Все в порядке? Почему он попал в больницу? Я не знаю. Не сказал мне по телефону. Мне страшно. Пойдем со мной в больницу. Поехали вместе. А как это будет, а? Пожалуйста, поедем. Я тоже опаздываю на урок. Я сейчас должна поехать. Только чтобы никто не знал, Интезор, не то они будут паниковать. Ладно, главное, чтобы все было в порядке. Пойдем. Поехали. И деньги возьми. Хорошо, сейчас оденусь. Хорошо, только скорей. Да, вот эта палата была. Да, кажется, вот это. Да, это кажется. Да. Шахбоз, что с вами? Фарзона. Как вы?
С вами все хорошо? Да, я в порядке, не волнуйся. Здравствуйте, как вы? Здравствуйте. Не паникуй, со мной все хорошо. Ой, а что у тебя на лбу? Я спускался с лестницы и подскользнулся, поэтому немного. Я так сильно испугалась. Что ж вы утруждаетесь? Мы принесли то, все. А сколько здесь будешь лежать? Не буду лежать. Меня отпустили. Сейчас уйду. Надо было бы хорошо вылечиться. Все хорошо. Дела задерживаются. Ой, однокурсница звонит. Я скажу, что опоздаю на урок. Хорошо? Ладно. Алло, подружка, как это? Все в порядке? Все хорошо? Следите за своим здоровьем, лечитесь. Спасибо. Теперь этот негодяй не приблизится к вам. Я показал ему. Что? Вы с ним подрались, что ли? Да, вечером он нашел мой дом и пришел. Мы поскандалили. Но я... Я должна идти на урок. Меня преподаватель спрашивает. Если что, вы поедете домой? Да, поеду. Машина стоит на улице. Тогда мы проводим тебя. Ты же не будешь в таком состоянии водить? Я в порядке. Ну-ка, поехали. Идем. Пошли. Куда же эта девчонка кладет деньги, а? Боже мой, куда же она спрятала их? Здравствуйте, невестка. Вы что-то ищете? Да. Ищу твои деньги. Какие деньги? Ты столько времени работаешь швеёй. Каждый день есть заказы. Куда ты прячешь заработанные деньги? Невестка, я же все вам отдаю. Что? Те деньги, которые мне даешь, это не настоящие деньги. Где остальные? Вытаскивай сюда быстро. А почему ты это оставила? Это на дорогу. Тебе не нужно на дорогу. Вставай пораньше или иди пешком. Ноги не отвалятся от этого. М? Да, кстати, не говори об этом дяде своему. Итак, ты перед нами в огромном долгу за то, что мы тебя столько лет содержим. Понятно? Поняла? А, хорошо. Молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами все в порядке? Да, я в порядке. За исключением шрама. И все. Что вообще произошло? В тот день неудобно было спрашивать перед Фарзоной. Давайте не будем вспоминать тот день. Вы замучились из-за меня. Зря так получилось. Простите. Почему вы просите прощения? Я поговорил с этим дубиной по-мужски. Он больше не появлялся на вашем пути? Нет. Хорошо получилось. И чернь тоже исчезла. А что, у человека бывает чернь? А говорят же, когда исчезнет твоя чернь. Поэтому сказала. Ладно, берегите себя. Я должна идти на работу. А, идемте, я отвезу.
Нет, нет, не надо, я сама дойду. Вы что, будете ходить по улице? И на работу опоздаете. Все равно мне по дороге. Пойдемте, я отвезу. Вы передо мной в долгу, да? Если я вас довезу, тогда считайте, что рассчитались. Ладно, считайте меня таксистом. Но у меня... У меня нет денег, что надо дать на такси. Почему вы все переводите в деньги? В жизни от близких знакомых деньги не берут. Прошу вас, не отказывайтесь. Пойдемте. Угу, хорошо. Алло. Шахбос, привет, где ты? На работе. Говори быстрей. Я вышла с учебы. Хотела сказать, чтобы отвезли домой. Вызови такси и сама доберись. У меня дела. Я всегда буду ездить на такси. Шахбос, и был бы повод зайти в кафе хотя бы. У меня есть дела, Фарзона. Почему ты не понимаешь? Вот всегда так получается, да? Ты будешь уделять мне время или нет? Я жду тебя. Хочу похвалиться подругам, что мой парень забрал меня с учебы. Фарзона, ты меня зовешь, чтобы похвастаться перед подругами? Я что, для тебя ребенок, что ли? Ладно, тогда вообще не звони мне, хорошо? Фарзона! Я выдам свою дочь как принцессу. Пусть скажут, что свадьба единственной дочери Таджибар была самой роскошной свадьбой в мире. Пусть умрут от зависти. Я еще куплю дочери золотые украшения. Все будет из чистого золота. Я куплю еще лучше этого. Моя дочь достойна лучшего. Ну что, Таджибархон, поздравляю со свадьбой тебя. Слушаю. Фарзона, это вы? Да, это я. Вы меня не знаете. Зовут меня Иззад. Мне нравится Интезор. Ваш парень, Шахбос, ходит за ней. Или вы хотите быть соперницей с дочерью вашего дяди? Что? Что ты говоришь? Ты что болтаешь, глупый? Шахбос со мной подрался и попал в больницу. Он встал на моем пути и сказал, что любит ее. Если это твой парень... Приструни его, в следующий раз не буду его жалеть. Я его искалечу. Если хочешь, я скину видео тебе на телефон для доказательств. Что? Что он говорит? А что, у человека бывает чернь? А говорят же, когда исчезнет твоя чернь. Поэтому сказала. Ладно, берегите себя, я должна идти на работу. А, идемте, я отвезу. Нет, нет, не надо, я сама дойду. Вы что, будете ходить по улице? И на работу опоздаете. Все равно мне по дороге. Что? Что? Фарзона, ты в порядке?
Интезор. Вы сегодня виделись с шахбоссом вместе? Почему ты села к нему в машину? Фарзона, ты не пойми неправильно. Честно сказать, у меня не было денег на автобус. А что, если нет денег на автобус? Шахбосс должен забирать тебя на своей машине и привозить тебя домой, да? Я сегодня предложила ему встретиться. Он сказал, что много дел. Значит, он с тобой встречался, да? Интезор, ты... Ты встречаешься с моим парнем еще, да? Что ты говоришь, Фарзона? Просто... Когда я вышла с работы, мы встретились случайно. Он сказал, что по дороге и подвез меня. Может, он и завтра тебя тоже подвезет, а? Я-то думала, почему он в последнее время изменился. Оказывается, вот в чем дело. Послушай меня! Оказывается, шахбосс подрался из-за тебя с тем парнем. Поэтому он попал в больницу. Это правда? А? Почему ты молчишь? Почему ты молчишь все время? Ответь за все, говори! Почему ты не отвечаешь? Ты за все ответишь еще. Говори, я тебе говорю! Говори, отвечай! Отвечай, не молчи! Этого не может быть, нет. Это правда? Говори! Ты язык прикусила? Интезор, я тебе говорю, говори. Это правда, что говорит моя дочь? А? Невестка, убери руки. Сейчас все объясню. Что ты объяснишь, неблагодарная? Соседи говорили, что ты распутная девчонка. Говорили, что ты на улице встречаешься с незнакомыми мужчинами. Теперь ты вскружила голову парню моей дочери, да? А? Нет, невестка, я так не делала. Замолчи. Столько лет мы тебя кормили, что сами ели, тебе давали тоже. Тебя приютили, сиротку. Это и есть твоя благодарность? Не зря говорят. Воспитывающий сироту с кровавыми губами. Ты все равно чужая нашей дочери, да? Почему ты портишь счастье моей дочери? Почему? Нет, невестка, поверьте мне, Фарзона как родная мне. Я ее очень люблю. Замолчи, она мне, я сказала. Сестренка. Сейчас же убирайся ее с моего дома. Иди отсюда. Пожалуйста, пошла вон. Пожалуйста, я не невестка. Знаю, куда пойдешь. Куда хочешь, туда иди. Не выгоняйте. Куда я уйду? Мне нет дела до этого. Прошу, невестка, по пожалуйста, мне хоть на улице не выгоняйте оставайся. Меня. Прошу. Убирайся с моего дома. Пошла вон, дармоедка. В моем доме нет места той сироте, которая делает мою дочь несчастной. Убирайся. Убирайся, я тебе пожалуйста, говорю. Пожалуйста, куда я пойду, невестка? Пошла вон с моего куда дома. Я пойду? Пошла вон. Прошу. Поняла меня? Пожалуйста. Больше не показывайся прошу мне на глаза. Пожалуйста, замолчи. Невестка, невестка, мне прошу не нужна вас сирота, которая пожалуйста, делает мою не дочь несчастной. Так. Пошла не вон, я сказала. Так. Прошу. Невестка, откройте, пожалуйста, дверь откройте. Прошу вас, невестка. Пожалуйста, невестка, куда я пойду? Пожалуйста, невестка, откройте дверь. Прошу. Хватит. Утри свои слезы. Ты и сама расслабилась. И сама ты тоже виновата. Мама! Ты не можешь влюбить в себя одного парня, да? Ты не проявила любовь к нему. Мужчина полной любви никогда не будет изменять. Никогда.
Мне нужно было пораньше выгнать Интезор из дома. Хватит уже, собери свои слезы. Хорошо. Здравствуйте, дорогой. Здравствуй. Да? Фарзона? Что случилось? Почему ты плачешь? Дорогой. Да? Вы не знаете, что здесь произошло? Вон та... Ваша любимица Интезор, оказывается, вскружила голову Шахбосу. Откуда ты это взяла, Вот. Вашей дочери позвонил парень Интезор и сказал... Шахбос привез ее прямо до улицы. Фарзона, расскажи отцу. Да, папа. Я видела видео в телефоне. Какое видео увидела? Что видела? Их двоих. Интезор, где Интезор? Позови меня, я сам поговорю с ней. Сам. Ее нет в доме. Почему ее нет? Где? Куда ушла? Не знаю. Я прогнала ее из нашего дома. Ой, что ты сказала? Ты серьезно говоришь? А как же? Я хоть раз шутила с вами, а? Ах, Таджибар, Таджибар! Ой, что ты натворила, а? Что ты натворила? Что я должна была делать? Я что, должна была молчать, если эта сиротка отбирает счастье нашей дочери, да? Посмотрите, какая она лиса. Она жила у нас в доме и была нашим же врагом, дорогой. Я не верю, что Интезор так поступила! Дорогой... Даже если весь мир будет свидетелем, вы все равно нам не поверите. Вот ваша дочь говорит же. Она видела своими глазами. И в телефоне тоже есть. Шахбос подвез на машине, и соседи, наверное, все видели. Не наверное видели, а точно видели. Ой, эта девчонка переступила через нас. Я вам вначале всегда говорила, чтобы вы не приводили ее в наш дом. Слушай, знай, она родная кровь моего брата, она дочь моего брата, моя кровь. Он перед смертью доверил ее мне. Эй, даже если доверил, мы столько лет ее воспитывали, кормили, поели, хватит уже, вот она выросла. Вы исполнили свой долг, хватит уже. Эй, голова твоя не работает, ты коротко мыслишь, понятно? Вот и на телефон не отвечает. Нет, почему ты меня не дождалась? Почему? Я пришел бы и спокойно поговорили бы. Сейчас, теперь, где мне ее искать? Не обязательно ее искать. Пусть остается на улице голодной, сама придет потом. Вот, не поднимает. Ну и прекрасно. Где она ходит в полночь? Эй, скажи дочке, пусть завтра позовет Шахбоза, я сам с ним поговорю. Хорошо. Скажу. Я не поняла, куда вы идете в такое время? Искать Интезор! Добро пожаловать, добро пожаловать. А, спасибо, спасибо. Я сейчас чай заварю. Нет, дорогая, пока ничего не нужно. Мы сами поговорим, хорошо? А ты... Закрой, пожалуйста, дверь. Ладно, хорошо вам посидеть. Итак, Шахбос Джон. Будет правильнее нам самим поговорить по-мужски, да? Как бы то ни было, я ровесник вашего отца. Мы сейчас стоим накануне того,
чтобы в дальнейшем связать семейные узы с хорошими намерениями. Я хочу доверить вам судьбу своей единственной дочери, но я слышал, что вы совершаете неподобающие дела. Простите, но я еще не совершал неподобающие дела. Интозор — моя племянница. Дочь покойного брата. Перед смертью мой брат отдал мои руки Интозор. Она мне как родная дочь. И я слышал, она, оказывается, встречалась с вами. Скажите мне правду. Что вас связывает с ней? Честно сказать, я люблю ее. Что? Люблю? Значит, вы обманывали мою дочь Фарзону? А кто вас, Интозор, отговорила? Нет, меня Интозор не отговаривала и не обнадеживала. И вправду, я сам не знаю, что со мной происходит. Каждый мужчина, когда ищет свою спутницу жизни, должен прислушаться к сердцу. Я понял, что та супруга, которой я мечтаю, это не Фарзона, а Интозор. Она еще не знает об этом, я не смог ей сказать. Ну хорошо, давайте считать, что вы сказали. А Интозор согласится? Я буду бороться за свою любовь. Если вы считаете Интозор родной дочерью, вы дадите возможность, чтобы она была счастливой. Лайзаке, если вы разрешите, можно мне поговорить с Интозор? Интозор сейчас в другом доме. Вчера дома произошли недопонимания, и она ушла из дома. Вчера вечером я устроил ее в доме одного знакомого. Да, кстати, если ваши родители узнают правду, они согласятся взять Интозор в невесту? Им нужно мое счастье, а я буду счастлив с той, которую сам выберу. Дорогой? Да. Вы согласились, чтобы тот парень женился на Интозор? Да, согласился. Но почему же, дорогой? Вы не подумали о судьбе нашей дочери? Фарзона еще молодая, дорогая. Она должна учиться. Все от Аллаха. Знаю, Шахбоз хороший парень. Но он любит Интозор. Вот об этой правде мы не должны забывать. Таджибар, ты поступила несправедливо. Мы вернем домой Интозор. Но, дорогой... Все, разговор окончен, Таджибар, хватит ковырять. Что предсказала судьба, то и будет. Будем готовиться к свадьбе. Интозор получит благословение и в белом наряде уйдет с этого дома. Вы не понимаете. Вы знаете, до какой степени бывает нежное сердце девочки? Если Интозор в белом платье выйдет из этого дома, я не смогу этого представить, вы понимаете? Как я это переживу? Интозор — сестра Фарзоны. И до сих пор она не делала ничего плохого нашей семье. Интозор всегда считала Фарзону своей сестренкой. Ты это объясни Фарзоне. Поймет ли она? Таджибар, ты знай одну правду. Этому парню нравится не Фарзона,
Аинтзор – это сердце. А сердцу не прикажешь, пойми. Вы так заставили ждать? Час прошел. Вы, оказывается, поговорили с дядей и сказали насчет свадьбы. Кто вам дал право? Наша любовь. Что? Какая любовь? Вы, оказывается, такой наглый. Короче говоря, больше не появляйтесь на моем пути. Интезор, смотрите, какая судьба у нас. Шахбос полюбил именно тебя. И ты не будь равнодушна к нему. Где ты еще найдешь такого парня, который, несмотря ни на что, подрался из-за тебя? Ты мне являешься сестрой. Если и ты считаешь меня своей сестренкой, дай согласие на свадьбу. Фарзона, что ты говоришь, а? Я все понимаю. Что сердце выберет, это и есть судьба. Нам нужно только делать добро. Будьте счастливы, Шахбусаке. Зять, что вы стоите? Словно трусливый заяц. Подойдите. Мы вас не съедим.